Давай. Народ, привет. Привет. Ну что, последнее классное шоу. Приплыли мы в Дубай Фестиваль Молл. Прошлое видео смотрите обязательно. Сейчас пойдем посмотрим сам Дубай Фестиваль Молл, да? Сейчас тайпаю вам камеру снова на прекрасную елочку. Да, там было шоу. Прекрасные небоскребы рядом. О, там набережная, оттуда мы приплыли. Целая куча людей, все веселятся, гуляют. Все эти ярмарки мы вам показывали. Смотрите, сколько всего здесь, просто какая-то сказка. Но мы ходим в молл и просто покажем вам, что такое именно Дубай Фестиваль Молл. Что оно такое, чем его едят. Вход свободный, все хорошо, как в Абу-Даби и в Эляне, ничего предъявлять не нужно, без всякой программки заходите. Ух ты, так, как-то сразу интересно, ярко. А, мол, такой, наверное, он большой, но он двухэтажный. Робо-кафе. Скорее, это... а? Робо-кафе. Роботы, роботы делают кофе? Делают, да. Тут я смотрю, людей немного. Смотри, там Сахаров все стоит. Five Guys, пять ребят тоже. Какое-то интересное кафе. Но мы прям зашли и растерялись. Прямо сходу, сходу. И кафе с роботами, и какие-то пять парней. И очень много кафе, которых мы знаем. Сейчас покажу. Это вот кафе китайское. У нас в Эляне, но популярное. И Cheesecake Factory тоже в Дубай Молле видела. Очень много людей сидит. Значит, соответственно, здесь сервис хороший. И вкусные блюда. Сейчас просто направляемся вперед и смотрим, несмотря на то, что он двухэтажный, какой же он большой и длинный. Ага, там магазинчики. Это вот конь, вход в китайское кафе. О, хочется наверх сразу. Я здесь. Ох, Наташу потеряла. Я здесь. Магазинчики. Наташа, смотри, наверху какая красота. Давай, может, поднимемся и просто... А вот, смотри, вот эскалатор рядом. Слушайте, ну молл тоже очень яркий, пафосный. И смотрите, какое шоу пафосный? Придумали. Пафосный? Пафосный, ну какие-то крутой такой, необычный. С магазинами, со всякими. С... Мне кажется, пафос это. Много такой. Людей. Кстати, по-моему, в Дубае Молле чуть поменьше людей было. Смотрите, Winter Wonderland для детей даже. А что там? Давайте посмотрим. Какой домик прикольный. Ух ты! Ну, может, фотка с Дедом Морозом? Прям эльфы. Красота, для деток всякие развлекушки, да? Да, фотографируются. А Наташа, смотри, теперь что вроде три этажа. Ну посмотри, мы стоим на первом, второй, третий. А, на третьем, наверное, фудкорты. Да, там фудкорты, но когда мы смотрели шоу, да, было как вроде два этажа. Ну, да. Интересно. В общем, такая красота. Просто сейчас вам покажу вот так вот, оп. Смотрите. И украшения вообще. Украшения вообще какие-то сказочные. А еще в середине этих больших игрушек, то вот как у нас образник, или как сказать, да, там елочки. В каждой по елочке. Смотрите, как же красиво придумали. Это пирамида, да? А я сказала конус. А что такое конус? Ну, наверное, надо это подучиться. Пирамида. Давай ты не будешь меня об этом спрашивать. Мы просто насладимся всем тем, отвечать. Что происходит. Да. Смотрите. Казалось бы, праздник закончился, а новогоднее настроение все еще есть. Это здорово. Так, дайте-ка я уменьшу. Класс. Ух ты. Ого, сколько людей стоит в очереди. Я думала, с той стороны очередь. Нет, да, тут очередь просто вообще. Достаточно много. Вот очередь, оказывается. Ёлки-палки. Давай, чтобы на эскалаторе кать еще. Еще покажем очередь. О, Victoria's Secret, Pink, Наташкин любимый магазин. А чего? Нет? Почему? А ты туда меня все время тянешь. Да. Что такое Pink? Розовый. Теперь смотрите всю масштабы очереди, да? И какой же красивый все-таки этот домик такой. Ха. Не, ну Новый год закончился, люди все еще стоят. Это здорово, ну, все приезжают. Всем хочется финальной фоточки, попрощаться с Новым годом. Что-то я не то несу уже. Всем хочется попрощаться, наверное, с всякими печальными событиями старого года и войти классно в Новый год.
чего мы желаем, кстати. Поставьте лайк, пожалуйста. Так, что, куда идем? На балкон уже покажем еще хорошо там. Ну вот он, такая вот финальная фотка красивого. Ну, финальная, в смысле, такая, чтобы посмотреть так уже, как он выглядит. Вот, три этажа по бокам. С одной стороны, с другой, да. Разветвление в стороны, смотрите, прямо главный вход. Тут висят елочки. Красота! Красота. Большой, да. Всем найдется место. Вот, есть идеи, какие магазинчики посетить или просто походить, посмотреть? Мы же, в принципе, здесь так и не были. Нет. Мы только шоу смотрели так в основном всегда. В принципе, да, ты прав. Я думаю, что самое богатенькое. На первом этаже, на втором уже middle, кошелек. На третьем подешевле еда, чем на первом. И на втором. Хорошо, ладно, походим, погуляем. А что здесь есть? Значит, Карифор, Икея, да. Holiday Inn, это что? А, Holiday Inn — это отель, который это мы смотрели, отель, но да. Дорогой. Да. Прямо выходит в этот отель. Ну, видео про наш отель, да. Вот прикреплю в описании. Так что сейчас посмотрим, что здесь. Ну, тут тоже есть и бюджетные магазины, и мимисо, я смотрю, мумусы такие, вот Ancient Dam я вижу. Сваровский, да. все, короче, есть. Да. Все, что прилетит, смотрите, надо. Если нравится, покупайте. И много видео про шопинг у нас также есть на канале. Так что, если что интересует конкретное, заходите в плейлист про шопинг. Будем очень довольны. Не могу налюбоваться этими вот штучками. Украшениями вообще. Уже классно придумали. То так, есть, в принципе, я думаю, рациональнее здесь путь. Доехать до станции метро Крик. Сесть за 2 дирхама на этот Абру. Она так и называется, да, на лодочку. Мы в прошлом видео вам показали. И прекрасно, все это здесь. Так что, чтобы не ждать автобусы какие-то, не думать, не там, ломать голову, приедет, не приедет, если есть деньги на такси, пожалуйста, но, скажем так, это цена футболки или джинсов, да, будет в оба конца. Смысл тратить такие деньги. Вот все, что мы хотели вам сказать. Лайфхаки. Подошли мы к Сваровске, то есть далеко отходить не надо было. Смотрите, какая красота здесь. Сейчас вот Наташе понравился пеликанчик. Пеликан или кто это? Или нет? Ну, думаю, это пеликан, да, классно. Или нет? Вообще. Ну, пеликан, неважно, посмотри, какие елочные игрушки, боже мой. Это обалдеть. 380. Ого, 380, представляете? $100 цена, да? Игрушки. Посмотри, ну, какие маленькие. Такую красота. Подарить на подвесочку тоже будет классно. Зайка, мишки, мишки русалочка. 535. А вон крабик, смотри, на это, на камешки, жемчужинка, извиняюсь. Розочка в этом. Мышка 735. А котик сколько? 1210. А Бэтмен? 1930. А Бэтмобиль 1930 тоже. Ой, пошли отсюда. Классно, видите? Ну, конечно, блин, очень дорого. Не, сделано красиво и придумано классно. А он тоже шарики какие. Ух ты, вообще. Ну, Сваровский, конечно, это да, это класс. А, кстати, в мечети Шейха Заида, да? Где мы были, в белой мечети, там камни Сваровские. Ой, снова эта елочка, но как они ее здесь вот прицепили, ну это ж красота. Ну. Это просто надо такое, чтобы идея в голову пришла. Класс. Да, да. Хорошо, когда идея приходит в голову и реализовывают. iPhone 13. Ну я не уверена, что он здесь вот есть, говорят, что такие какие-то очереди. А, наверное, надо записывать. Сколько он стоит? Давай я посмотрю, сколько он стоит вообще. Так. Это боже мой, Наташа, можно я буду визжать? Ты трогаешь iPhone 13, сколько он стоит вообще? Он стоит на 500, что это? А, это в месяц он. 1 терабайт 6819. Всего-то, боже мой, я думала, не знаю, сколько там стоит. Да, я потрогаю его. Боже, я трогала iPhone 13, слава тебе Богу. Дай мне денег. Да откуда у меня с деньги такие? Ура, iPhone потрогали, 13. Ну, какая там камера получше. Не, спасибо, ребят. Ребята заманивают понюхать ароматы, но не хочу сейчас. Сейчас мы хотим очень показать вам красивый мол. Ава-йо! Спасибо, ребята. Держа его в руках, у меня ничего не ёкнуло. Ничего не ёкнуло? Как? 13-й айфон, все люди бегут покупать. Все в группах спрашивают, из Эмират кто-то может принести в Украину, в Россию? Что, нереально, нельзя айфон достать? Ну, я думаю, что тут по... налогам меньше, может быть. А тебе не кажется, что надо будет его перепрошивать как-то? Нет, такое? А ты чего покупаешь? Ты же покупала здесь телефон? А, ну да, уже. Ну, чего там перепрошивать? Я не знаю, не думаю ничего такого.
Поэтому ну реально, iPhone того стоит, но это если Новый год, может, так. Ну, если у вас есть 12-й iPhone, вам реально нужен 13-й за такие деньги? Не умничайте. Ладно, все. Если бы мне кто-то подарил, я бы слышала. Так что... О, игрушечки. Пошли в игрушечки. Всякие. Лего. А тут детские, да? Да, детский отдел такой симпатичный. А, вон и туалет, Наташа, идем. Да, я вижу, что мне да. нужно, да? У нас сейчас одна мечта. Давно мы не посещали. О, Тамарис даже здесь есть. Это интересное заведение. Тамарис, ты что такое? Расскажи мне. Обувь? У меня ботинок. Вот это вот? О, Наташа все по скидке в Киеве покупала, по большой, я помню. Hello, hello. Это такие же, что ли? Ну, не это мягче, это мягче. Это сколько стоит? Мне вот такой цвет нравится вообще, 290. Camel. Ага, а вообще мне вот такой цвет нравится. Ой, какой красивый синий. Yes, I know. А вот Наташины, кстати, Тамарисы. Надо же. Я не знала, что это Тамарис фирма. Да. Это распродажа уже? Нет. Это еще нет? Наверное, какие-то новые. 320. 320, но это такой замшик, да? Нет, это искусственно. Ага, понятно. Ну вот, Наташа уже забежала прям. Смотрим, ну да, давай, чего. 300 дирхам. Ну это что-то вообще, ну, дороговато, мне кажется, за такой кусочек, 300 дирхам. Ну, да. Ну вот такие в среднем цены. Странно, когда же распродажа-то будет? Что еще пока? Распродажи, видимо, закончились уже. 390. Ну да, вот такие вот еще? Какие-то кроссовки. Это какие-то на капу похожи. Ну в капе можно 360. За 65 найти дирхам, а здесь 360. 360. Не знаю, какие-то, ну... Со стразиком. Визу симпатично смотрится. Но со стразиками тоже ничего. Они, если там кто-то пробежится... 380. Стразики не отвалятся ли? Ну, знаете ли. Зачем об этом думать? Нужно поносить. А ну, босоножки. А, зеленые красивые. 340. 340. Ну тут в пределах 100 долларов вся обувь получается. Это кожа, да? Не знаю, кстати. Сейчас узнаю. Да, кожа. В середине кожа. А сверху... Цвет балдежный. Подожди, а цвет, наверное, нравится. Это... Вот это не кожа. Да, еще это не кожа, даже 340. Да. Ой, смотри, какие сейчас. Это бархат какой-то, чешуя? Ну, искусственный, да. И сколько? 290. 290. Хотя бархат это ж натуральное что-то? Ну, я не знаю. Пожалуйста. И это сколько? 340. 340. Ну, цены, конечно, помню. Цены бимба, так что. Ну, смотрите, пройдемте. Вот такое, что. Ага, что 290. Это 290. Понятно, симпатично. Thank you, thank you. Bye-bye. Такие продавцы приятные. Приятные продавцы, несмотря на то, что да, ничего не берем, они такие, да, да. Хотя, кстати, наши тоже уже как-то мы, когда прилетаем в Украину в отпуск, уже наши продавцы поменьше такой грубости, которая была, честно. Да. Ты посмотрел вещь, сервис, положил да. ее, ну вот, лет 10 назад начинали, извините, гавкать. А сейчас тоже, кстати, ну, особенно мы сумочку покупали Наташе. Вообще, девочка приприятнейшая была, мы снимали. Оставлю видео в описании. Сейчас мы приезжаем, с таким сервисом довольны. В Киеве, по крайней мере, вот наладили как-то сервис. И очень много молодых девчонок, пацанов, которые работают, которые, наверное, понимают, что такое сервис. И они как-то вот, ну, производят приятное впечатление. Что такое место работы, ее нужно удержать любыми путями. Ну, не любыми, но... Да, думал, чувак не стоит. А это картонная игрушка. Вот еще можно спуститься, всякие интересные магазинчики. Всегда, что интересует, QR-код можно навести. О, тут, кстати, водичка продается, да, классно пахнет. Вот если что, там межо надо, не вопрос. Водичка. О, водичка дорого, 5 дирхам, 4 дирхама, это очень что дорого. Что же это за обдиралово? Вообще она стоит 70 филсов или дирхам максимум. За полтора дирхама, полтора литра? Да, мы за полтора дирхама, полтора литра сегодня купили. Сникерс, ну, 3,50 обычно стоит. Ну, это вот что-то, да, что-то дороговато. Ну, вот сюда ведут уже пути в туалет. Вот, ну. Нужно
Ну, посмотрите, как удобно, да? Ждете кого-то, как в кинотеатре. Раз, присел и отдохнул. Пока никого нет. Посмотрите, какой здоровый. Посмотрите. Детская комната. Ух ты, вот это вот класс. Смотрите. Это туалет просто, ребята, обычный туалет. Это для мамочек, наверное, покормить, отдохнуть. Офигеть. Класс, да? Закрылась? Вот вам, пожалуйста, Дубай фестиваль Мол. А в Дубае Мол такого нету. Ну, я не видела. Не видели, мы там очередь стояли в туалеты. Там туалеты такие себе обычные. Ароматизатор вообще такой персик, легкий, вкусный, ненавязчивый, да? Ну, вкусно пахнет. Такой он сам по себе, знаете, такой вот видно, что новый, дорогой. Да, посмотри, там никого нету. Девочка. Ладно. Ну, в общем, вот такие вот кабинки. Все, вот это сейчас. Не хочу снимать ребенка. Вот. Hi, how are you? О, смотрите, какое здоровье, господи, девочка там. Теперь я от нее бегаю, чтобы ее не снимать, наоборот. Вот. Вот такая красота, посмотрите. Зеркала, вообще все эти, конечно же, есть. И, господи, здоровое зеркало есть, елки-палки. И мусор, и все эти вот салфетки, и Наташа есть. Что я там? Уже потерялась. Да, мы потерялись уже, короче, будем выходить, дальше поснимаем. Вот, вышли мы уже с туалета. Потрясена, конечно, комната для матери и ребенка. И Наташа увидела, смотрите, какие леггинсы, ха-ха, класс. Магазин «Канвас». Это значит все для творчества. Пусть посмотреть. О, бонсы есть, бонс. Это прыгать там надо на батутике. И центрпоинт. Ой, центрпоинт. Ну, конечно же, как я всегда говорю, в каждом моле есть центрпоинт или сплэш. Помним шопинг в Дубае Моле? Центрпоинт наведайтесь обязательно. Хороший магазин с классными ценами. Слушай, это тебе парни показывают? Где? Что? А я обернулась, они идут показывать. Ты что, да? О, прикольно, увидим в камере. Возможно. А, то есть магазин для творчества, да, рисовать надо. О, красиво, люблю моречко. Похож на шейха Хамдана, принца Дубая. А, ну то есть такие здесь красочки, картины, смотрите, красиво. О, мне нравится, вообще класс. Вообще здоровски. Красочки, всякие подставки, но тут для художников просто рай. Наверное, Наташе это интересно будет. Так что, если вас интересуют вот всякие кисти, краски, можете зайти, конечно, в фестиваль Мол, в такой вот чудесный магазин. Вот. Из прикольных магазинчиков Big и Tall, да, получается большой и высокий. Ты размер 100 метров. А ну, Наташа, иди стань рядом с ними. У меня есть куда стремиться. Вот это штанишки, да, так ничего. Я попадаю еще? Да. Так что молодые люди, пожилые люди, если кому что нужно, смотрите, какой символ магазинчика. Ага, на очень высоких и на толстых. А что на толстых? Больших? Ну да, как бы крупненьких мужчин есть. Пойдем вот такие вот, вот размерища. Красиво все. Если вам будет надо, заходите. Магазинчик находится в фестиваль Моле. Вам будет интересно. Ой. И я вхожу, девочку, и она меня ходит. А обувный? Я, давай. Вот так, какой обувный ты хочешь? Сюда. Все-таки зайдем. А, мы такой магазин нашли. Soul Therapy. Терапия подошвы называется. И там есть распродажи. Вот он, кстати, возле, как раз возле худой, толстый, высокий. Здесь есть специальные такие, специальная обувочка вся на хороших подошвах. Вот, кому нужно, и хэштег есть. Вот даже распродажи есть. А, Наташе еще сумочки понравились здесь. Почему понравились? Просто рука. А, ну извините. А вот по 65. Ну это от 65. Это типа такой под Гуччи закос? Или что? Ну смотри, вот похоже. Да, похоже. Только я не понимаю цены вообще. Цены, а это от 55. Где-то симпатичные. И как бы оно так все оформлено, что у вашей подошве комфортно. Наверное, хорошо у кого есть плоскостопие, точнее, плохо у кого есть плоскостопие, но такая обувь вам подойдет, ну, конечно, после консультации с доктором, наверное. Ну, хоть какую-то цену мне покажите. 101, типа. Не знаю. А ты что здесь хотела? Ничего уже? Уже нет. Уже посмотрели. Ну, вот большой магазин довольно-таки. Да, интересно, как сумочки помогут в плоскостопии.
Ну ладно, просто они, наверное, как такой небольшой бренд. Вот, от 35, от 60, 70. Ну, так что, вот такие вот дела. 50 дирхам такая сумочка, да? Вот, но мы уже выходим. Не подошла нам никакая обувь, точнее, Наташе никакая не понравилась. Идем дальше, смотрим. Опять-таки, магазинов целая куча. Мы вам просто так в общем покажем мол, как он выглядит. И хотите, заходите. Вон та же Лавица есть. Лавиза. Замечательный магазин бижутерии. Реально классный. У меня местные девчонки, арабки, ходят. Не в золоте, а в Лавице, кстати, тоже. И мы его хорошо показали в Балаге Моле. Прикреплю вам видео. Вот там тоже очень классно есть. И сувениры, и бижутерия качественная. Наташа сережки носит тоже. Видео, в котором, по-моему, мы манго чистили или масалу чай готовили. Есть эти сережки. Ой, класс, мини-сука. Классный магазинчик. По-моему, я показывала его тоже в мимишечных обзорах. Ай, подожди, я просто залипла сейчас. Ну, это же радость какая. Иди сюда. Я просто местные девочки, чтобы не было у меня проблем с видео. Все нормально. Ты про что? А, вот это вот. Мы как-то вот это вот произнесли и чуть видео не заблокировали. Кстати, странно. Всего лишь странно. Это вообще-то слово-то сказали. Да. Возвращаюсь к этому мимишечному магазину. Это просто класс. То есть, знаете, такой ребенку привезете, он, наверное, просто счастлив будет. Ой, мишки всякие, мими. Квартиру смарт, да? В 11 метров квадратный. Боже. Просто Новый год. Новый год пришел в корейский магазин Мини-сука, да? Мини-сука? Оно так называется? Мини-сука. Ну какая разница, блин, боже мой. А ошиблась там на какую-то буквочку, ничего страшного. А вот это как Харли Дэвидсон, только не Харли. Ганзи. Так, цены на... Пожалуйста, не трогать. Футболочки 130, 130 140, дороговато. Штанишки 185. Ага. Ого, да, прилично ага. Так. О, вот и Зара, да? Ой, Зара. Зара тут тоже есть. Кто-то спрашивал в каких-то видео про магазин Зара. Ну, есть она, но поскольку красных таких сейлов нету, значит, распродаж нету. Значит, все еще полные цены. А Шендем вот есть, я вижу. Уже какой-то перекресток прям. Ох, ну тут просто я вам сейчас покажу, да, вроде как мол такой небольшой, но длинный. Лифты есть. Ну мы, по-моему, вообще прошли, не знаю, какую часть 15. Мы, наверное, почти процентов 10 и все еще не знаем, куда идти. Короче, приезжайте. ДамАЗ, смотрите. Золотой магазин, все магазин золота. В общем, любой магазин заворачиваете, и вы там точно, ну, вы там найти. Потеряетесь минут на 60, наверное. Все еще вам идем показываем. Ну, тут просто море магазинов. Кстати, вот такие островки есть. Тоже можно подходить, нюхать парфюмерию. Samsung. Вот, H&M, нет, магазин очень нравился, когда я была в Канаде и в Америке. А правда, в Эмиратах, честно, он меня несколько разочаровывает. Ну, вещи здесь есть, но в Центрпойнте намного интереснее и, честно, намного дешевле. Тут что-то просто такие космические цены в H&M. Красивый такой потолок сделан с поворотом. И ты, кажется, идешь в таком... Такие вот календарики переливные были в таком облегающем мире. В каком? Ну, в облегающем, я не знаю, в каком-то, как в «Матрице». Ты имеешь в виду вот эти 3D-календарики? Да. Переливные, переливной календарик. А у меня была коллекция, кстати. По-моему, 30 копеек стоил один календарик. Народ, у кого еще есть переливные календарики? Кстати, я не могу найти. Вкладыши есть, Дональды Турбо есть, а переливные календарики я не помню, что были. Hello! Hello! Thank you! Такие люди прикольные! То выключите камеру, то да. Летит прямо на это, машет потом. Это понимаешь, вообще мы... просто приятно. Сзади ребенок едет прямо на скутере, смотрите. Поехал, класс! Мол, просто супер!
очень дружественные. Ну, в Дубае, Молли, помните, меня два раза просили камеру выключить. Первый раз, когда мы входили, второй раз, когда мы кушали там. Тоже видео классные, оба оставлю в описании, посмотрите обязательно. Особенно, что бесплатно, можно взять в Дубае, Молли. А здесь бесплатно можно посмотреть очень классное шоу. Шоу просто мега, которое было в прошлом стоит видео. Того, чтобы да. Приехать, посмотреть, ой, классно, реально. Ну и пусть просто потом погулять здесь. Даже ничего не покупая, просто наслаждение. Ой, а о, это Чиба. Да. Home for less. О, так тут еще и кафешки есть. О, так это же магазин тот, который очень дешево стоит. Мы уже показывали его в одном из видео. Ах, бренд for less, вот же он. Вот самый главный. Помните, я показывала, я еще немножко пошутила, назвала его секонд-хендом, потому что там такие вещи были в одном экземпляре. Какие-то. А здесь, да, конечно, на самом деле, смотрите, очень много магазинов есть бренд for less, бренд for you. Вещи в одном экземпляре можно найти. Кельвина Кляйна, Ральфа Лорена. То есть магазин реально классный, того стоит. Вот просто зайдите, посмотрите, и, возможно, за маленькую денежку вы найдете себе классную шмотку. Вещь. Да. Друзья мои, вот возле бренд for less есть тоже luxury for less, как я говорю, лухури. Вот, так что есть тоже, наверное, здесь бренды за небольшие деньги. Ну, вообще, магазины просто, они просто здесь в огромном количестве. Смотрите, вон и Mark & Spencer есть, и наш любимый Bath & Body Works, где мы рекомендуем вам купить вкусные гели. Когда помоетесь, этот просто запах останется на вашем теле. Да, Наташ, как ты себя чувствуешь? Умоталась сегодня? Ну, конечно, устали. В общем, да, когда, подустала, реально. Да, когда ты прогуливаешься и делаешь шопинг, тебя это выматывает. Хотя какой шопинг? Мы ничего не купили. Слушай. Да, мы ничего не купили, но, знаете, как мы, хорошая новость, что мы сэкономили. А, вот смотрите, как мы обратно едем. Уже погуляли в Молли, все классно, сняли вам видео. Смотрите, как обратно сейчас покажу. Открытый просто кораблик. Вот станция. Сейчас полетим с ветерком. Последний где-то в 11.50, да, идет кораблик? В 10, в 22.50. Но это вам надо быть половину. Покупки упали, ну, бывает. Ты меня снимаешь? Да. Где-то максимум половину, 22.30 уже быть, потому что людей много и можете не успеть. Дверцы закроются, придется такси, либо я даже не знаю. Ну вот там еще очередь сидит. Работает. Держи, пожалуйста, да, держи. Ура, отправляемся в путь. Сейчас хоть подснимаем вам чуть-чуть. Только шумно будет, да? Хороший такой воздух. Шикарно. Подышать можно. О, наслаждение.